Сегодня день рождения у любимой многими актрисы Валентины Теличкиной. За годы творческой жизни ей удалось создать на экране десятки запоминающихся образов. И в каждом из них она представала настоящей женщиной. Уже после первых ролей ее узнавали на улицах, а прическу, манеру говорить и одеваться копировали миллионы. Сама же она не считала себя иконой стиля, продолжая оставаться милой и скромной. Нежно. Как говорят коллеги, у Валентины Теличкиной своя правда и особый взгляд на мир. Есть у актрисы и собственное определение счастья. Она уверена, сама жизнь – это и есть счастье. Я назвала эту картину.